Я Наташа. Мне 11 лет. Я занимаюсь стихами, песнями и танцую. Рисую и играю. Собираю мозаику, потом там играю в светофор с девочками маленькими. Говоришь, желтый. Если у тебя нет желтого цвета, то ты должен так пробежать, чтобы тебя не поймали. Спортом здесь занимаемся. Когда был первый сезон, здесь мы бегали на время, отжимания, прыжки в длину делали. Девочки отжимались, а мальчики подтягивались. Да, на футбольном поле. Там малина есть. И там еще можно лазить по турникам. И там травка красивая, зеленая. Там загорать можно, там солнце есть. Цветы люблю собирать. Не, ну есть. Увидеть Криштиану Роналду. Потому что он красивый, пинает и вообще красивый. Я когда была во втором классе, я во вторую смену училась, и мы с мальчиками играли. Каста там, ну, которые рэперы поют. Там еще, например, ну, которые девушки поют там всякие. Ну, много каких. Только медленные не очень любим. А Бьянка – русская народная королева R&B. Вот мой любимый мультик Кик Бутовский. Он всякие трюки на скейтборде, на велосипедах. Он еще такой маленький. У него здесь шлем, когда, например, какой-нибудь трюк делает, он говорит «Кик Бутовский». Мне 11 лет, меня зовут Наташа, и я люблю играть. Петь стихи, рассказывать и танцевать.